Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители. Сейчас о фукусе я вам расскажу, буквально немножечко, может быть, несколько минут. Значит, продукт этот уникальный, о нем стоит знать каждому, кому дорого свое здоровье. Почему? Для этого вначале я скажу вам вот что. То, что я советую вам каждому посмотреть мою лекцию, любую вводную лекцию о органическом земледелии, о введении в плодородие почвы, вот это все. Потому что надо понимать, что за последние десятилетия, столетия даже, ну 100 лет, почва потеряла свои практически минералы, жизненно важные для каждого из нас. Микроэлементы. Да, фосфор, азот вносят в виде минеральных удобрений, навоза коровьего и прочее, все, что она ест там на лугах, которые те же самые уже давно не заливные. Ну так вот, если, конечно, они заливные, дело другое. Но тем не менее, в этой почве уже нет йод, там, литий, кремний и многих других ценнейших минералов, которые, так сказать, уже в растения не поступают, и как мы их получаем, а нам они нужны, эти минералы. И вот это, пожалуй, то единственное, что невосполнимое, то, что только с пищей либо поступит в организм, либо нет. Поэтому фукус – это вот этот. Это практически единственный вариант для современного человека, простой вариант, есть более сложные там подборки все эти, да, но простой вариант – получить все минералы вообще. Почему? Объясняю. Это бурая водоросль, фукус, который обитает в Белом море, в частности. И там идет добыча вот этого сырья, но дело в другом. Значит, в своей морской воде, как вы знаете, и все минералы. Фактически плазма крови по минеральному составу. Но, к сожалению, как ее добыть из вот этих грубых, вот этой грубой клетчатки? Над этим 40 лет ученые всего мира бились, потому что дело в том, что если мы едим вот все эти водоросли, ну максимум 1,5% усвоения, они не перевариваются в организме человека. Поэтому там исхищрялись, там термообработка любая, кислотами обработка, она приводила к тому, что разрушались, переходили в другую форму существования минералы, то есть они становились водонерастворимыми уже, это не живой, не в коллоидной форме, не в ионной, не в органической форме, да, не в форме хелатной, как должно быть. И вот один человек в мире, я подчеркиваю, за что надо, конечно, это минимум Нобелевской премии должна быть, но кто же ее даст? У нас в стране, в Академгородке, Наукограде, Пущино, Подмосковье, значит, обязательно этот видеоролик с доктором наук Совой, фамилия Сова. Посмотрите под этим видео, вот под этим, будет эта ссылочка полностью нашу беседу из лаборатории. Так вот, а я вам хочу сказать так, что вот это изобретение, конечно, это прорыв, потому что здесь в хелатной форме, в коллоидной, водорастворимой, органической, все минералы, какие только существуют. И значит, соответственно, теперь я вам объясняю, как потреблять. По столовой ложке 3 раза в день, утром лучше, часа за полтора, за час вообще до еды, 2 столовых ложки, а там как в виде геля такого, значит, запивая водой, размешивая, как угодно, так в рот, просто запить, ну, как угодно. Потом днем, до обеда и до ужина, минут за 20-30, если какие-то препараты принимаете, то раньше можно, или между обедом и ужином, и между завтраком и обедом, уже по столовой ложке с большим верхом тоже. В общем, банка для взрослого человека на 7 дней. Надо открыть вот этот вот специальный, значит, вот этот канал, значит, открываете крышку, да, снимаете, значит, вот эту пластиковую заплатку и храните только в холодильнике. Если открыли, так можно в тепле. Можно в тепле хранить полгода, даже больше, но так в холодильнике, когда открыли, на нижней полке к задней стенке, чтобы ближе к нулю было, ну, плюс 2 там хотя бы, 3. Вот, лучше ноль. И съедайте, значит, вот с расчетом берите, сколько, 4, 10, у нас берут ящиками, в коробке 15 банок. Цена сейчас минимальная, 2000 на нее, но есть у нас скидки определенные, я имею в виду вообще минимальные, которые мы решили, ну не мы лично, вот производитель, но тем не менее, мы главные их партнеры, и у нас как бы есть определенные возможности. В общем, мы отдаем сейчас вот 4 банки по 1750, 10 банок по 1500 рублей, и коробка вообще по 1350, это ниже оптовых цен, ну это вот самые нижние оптовые цены, это коробка 15 штук, и люди, кто пробовал, берут. И знаете, я советую почитать в левый, вот мой сайт yufralov.ru, блог главный, левая колонка, там такой раздел «Выразить благодарность», и одна вот женщина туда написала очень такие прям, ну это сильное письмо про свою маму, 87 лет, что с ней стало, когда она уже там чуть ли не умирала, стала принимать фукус, но ее насильно буквально стали кормить. Ну, почитайте, кому будет интересно. Но это, я сразу скажу, уникальный случай. И я замечал такие случаи уже многократно у людей, кому где-то лет 90. Запомните, та генетика, что у тех людей, кто еще жив, кому лет 90 или около того, она гораздо крепче, чем у людей 70 лет, а тем более 50, тем более 30. Это вообще несравнимо.
И если этих людей, кому кто еще жив, там очистить организм, напитать минералами необходимыми и кормить не макаронами с хлебом, всякой гадостью, а нормальной пищей, то они 30-40 лет еще проживут точно. Это просто, вот знаете, это поразительно, насколько у них крепкие организмы, что они еще живы при той пище, что они едят. В общем-то, обычно бедные люди, ну, как правило. Но это просто поразительно. Ладно, дальше по продукту. Смотрите, значит, в любую страну мира, в любой город мы можем отправить. Кстати, в Великобритании ввели специально чиновника государственного, который следит за закупкой фукуса вот этого в клинике по болезням ЖКТ Англии. Но это о многом говорит. И что, какой фурор в узких кругах, кто это понимает, специалистов это произвело, это что-то. Поэтому я рекомендую как источник всех минералов перекрыть все проблемы. А ведь при недостатке минералов, гормоны, что такое белки и минералы, это начинаются гормональные проблемы. Нехватка йода – это не только щитовидка, это и многое другое, а кремние, волосы и прочее. Ну, в общем, короче говоря, это самый простой способ. В комбинации, конечно, например, с живой спирулиной, с проростками там, там мака, кунжута, амаранта там, и так далее, и так далее, и так далее. Это будет, мы перекрыть можем все проблемы. Аминокислоты, то есть белковую проблему убрать абсолютно. По витаминам, минералам, если правильно подобрать продукты. В современном мире, я говорю, это очень просто, это сложно сделать, но появилась такая возможность уникальная. Посмотрите, два ролика будет под этим видео. Два. Вот с собой, еще с одним моим товарищем, там, значит, который вот до этой встречи моей в Наукограде, да, вот приезжал, и мы с ним говорили на тему фукуса. Теперь смотрите дальше. Значит, результаты, я говорю, по, там, полученные уникальные. Это как профилактика и как лечение. И не только болезни желудочно-кишечного тракта, а вообще организма. Потому что все начинается, понятно, с кишечника, желудка, а потом уже идет дальше. Их четыре вида. Корректор – это чистый. И вот то, что здесь написано, значит, средство косметическое – вот не спрашивайте, пожалуйста, не задавайте эти вопросы. Он так был первый зарегистрирован, просто дешевле гораздо было. Поэтому он так его производитель зарегистрировал. Он, естественно, вот на все остальные берется базовый вот этот корректор и добавляются определенные добавки. Поэтому это чистый. Просто не все его любят, потому что запах такой, знаете, специфический водорослей. И поэтому вот есть такие с добавками. Курага, особенно для детей, вот это, например, он с курагой, видите, нарисовано. Там есть и другие, например, такие, как сок малины, там экстракт кураги, цитрат, цинк, и селена добавлены, важные минералы очень, кстати, причем в форме, видите, цитрата, да, то есть живые органические в коллоидной форме. Это вот, значит, комплекс называется, очень хороший. Очень хорош и детокс, значит, свой состав, там и корень имбиря, там экстракция и так далее, и так далее. Значит, там есть элеутерокок в некоторых. В общем, по сути, действие, вот если просто общее действие напитка минералами, любой можно брать, неважно, там просто смотрите, хотите чистый, хотите, это основа, на нем делается все остальное. Термообработки здесь нет выше 40, поэтому они живые, поэтому это прорыв в технологиях, почему и получилось в коллоидную форму минералы вывести. В общем, смотрите тот ролик, как все подробно получилось. Я вам от души советую это приобретать, потреблять. Ну, вот примерно так. Значит, наш сайт nadgard.com. В нем есть раздел «Доставка и оплата». Посмотрите, там текстовая информация, ниже видеоролик, маленький 5-7 минут. Его обязательно посмотрите. Вы будете знать, как точно, без ошибки, делать заказ по нашему прайсу, нам его отправлять, чтобы у вас была уверенность, что точно вам все соберут. Мы легко и просто достаточно заказ ваш собрали, без ошибок. Вот. И есть такая в рамочке, если вы из другого города, страны, как мы отправляем наши продукты. У нас всего более 400 видов биопродуктов, не только фукус, имейте это в виду. Посмотрите наш прайс, этот общий прайс-лист, и вы увидите, сколько там всего прекрасного, вкусного, все продукты экологически чистые, качественные, высочайшего качества. И посмотрите отзывы, раздел «Отзывы» на этом же сайте nadgard.com, что пишут люди, вот, которые решили просто от души, ну, вот, написать свое ощущение от наших продуктов. Дорогие друзья, ешьте по возможности только экологически чистую продукцию, качественную. Пусть в малом объеме будет огромный запас питательных нужных компонентов, потому что мы просто их лишены. И порой люди по волосам, ногтям делают анализы. Я смотрю, знаете, у кого кто говорит, я вот, знаете, я что-то банку за день съел. Не страшно? Я говорю, нет, конечно, не страшно, но сделайте анализы. Некоторые делали. И тогда оказывалось, вот кто так ел, что в 20 и даже 30 раз дефицит минералов был у этих людей, по некоторых, там, кремний и так далее. Это очень все серьезно. И оттуда начинаются многие проблемы наши с вами. Иммунитет ослабевает, а дальше, как говорится, берут вверх грибки, паразиты, так сказать, ну, параллельно и так далее, там, если они есть. Что ж, поэтому я вам советую, я вам, во-первых, желаю крепкого здоровья и советую
ну, к сожалению, в нашей жизни не обойтись без супердобавок. Но если это супердобавки действительно качественные, полезные, и это очень хорошо, потому что это на самом деле недорогой способ восстановить здоровье, потому как если, например, обследоваться в дорогих клиниках и точно выяснять, сколько каких минералов не хватает, а потом подбирать продукты, я знаю, люди платят за это и тысячи, и десятки тысяч долларов и евро. Это глупость, конечно, потому что можно просто взять, комбинируя, зная, какие продукты, просто с запасом, как говорится, с лихвой, и это хватит на годы вперед от тех сумм, что платят люди за все эти обследования, а потом подбор питания, когда подобрать можно очень просто. Если мы живую пищу едим, то мы можем с запасом подобрать, лишнее все выйдет из организма, как говорится, и вреда не причинит, в отличие от термообработанной пищи. Вот. Так что вот таким вот образом. Что ж, я думаю, по фокусу вы обязательно посмотрите и те ролики большие, что я рекомендовал, уже встреча вот с производителем, с разработчиком, доктором наук Совой. А мы еще с вами увидимся на следующих роликах. Я буду рассказывать о других продуктах. Всем самого лучшего. До встречи. Увидимся скоро.